Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Петя Бондарь, и в этом видео мы соберем просто обалденный кастом самокат. Но прежде чем мы начнем это делать, я хочу поставить два фургона, которые я привез из Таиланда, в коллекцию своего магазинчика. Они тут все стоят по размеру, а этот вот сюда. Вот такая вот теперь в красоте. Во, погнали. Я уверен, что все знают, что такое самокат. Но что такое кастом, знают не все. И сейчас я вас просвещу. Перед вами стоит гора различных самокатов. И они называются комплиты. Это все равно, что вы придете в салон Porsche и смотрите, вот это Cayenne-чик, значит. Вот тут, значит, 911 стоят всякие разные. Но существуют еще и кастомы. Вот этот вот самокат, это кастом. Почему кастом? Потому что он кастомизирован из разных запчастей, абсолютно разных брендов. Движок Porsche, колеса Mercedes, вилка Rolls-Royce и так далее. И сегодня мы будем из абсолютно разных частей собирать самокат. И эта сборочка будет нацелена на маленький вес, для того, чтобы вы быстрее прогрессировали, и на мега красоту. Поехали. Нам понадобится дека. TechTeam Quant 49 сантиметров в длину и 120 сантиметров в ширину. Руль у нас будет крутиться за счет рулевой колонки Drop Scooters Palm Head Set. Цвет бензиновый. Это нам вскрывает карты, что самокат будет собран именно на этом цвете. Слушай, Петяна, ты вообще сам что думаешь про эту рулевую? Я не думаю, я на ней, во-первых, катаюсь сам. Вон мой самокат. Вот так это все выглядит. Фиолетовый. Вот она, красоточка, вот такая вот. А у ребят вообще какие отзывы об этом продукте? Ребята кайфуют. Ну, я это сам создавал, и они кайфуют с того, что, во-первых, она охрененная по качеству, а во-вторых, почти во всех рулевых идет одно проставочное вот это антилюфт кольцо. Тонкое. И когда вы ставите его, бывает такое, что пыльник трется вот тут и не дает крутиться. Но тут есть проставочное кольцо с более высокой вот такой вот штучечкой. Разница в миллиметр, но она решает такую проблему, и тут всегда все будет ништяк. Сейчас сами на деле убедитесь. А вот этот моментик про хрустящую рулевую. А, типа, то, вот что спрашивают, как сделать хрустящую рулевую? Да, из этой рулевой можно сделать хрустящую? Слушай, мне кажется, это можно сделать из любой рулевой, но я еще не понял с рецепта, а как это сделать. Потому что я попадал под жуткий ливень на своем самокате в Таиланде, после чего этот самокат у меня лежал 3 дня дома, вообще не двигаясь. Рулевая не хрустит. Это я сейчас не к тому, что она крутая вообще слов нету, а к тому, что я не знаю, как сделать так, чтобы рулевая хрустела. Если кто-то знает, напишите в комментах. Управляться все это дело будет вилкой TechTeam Quant. Quant под систему iHeek, то есть под рули диаметром 31,8 мм. Сейчас, мне кажется, люди, которые вообще не разбираются за самокат, смотрят это и думают, какие-то диаметры, какие-то айхики. Ты о чем вообще, чел? Дальше мы переходим к легендарнейшему рулю от бренда Drop Scooters. Цвет black. Он сделан из специального супер-пупер сплава. Допустим, точно такой же руль, но стальной, будет весить примерно 200-300 кг. Но руль от Drop Scooters, который сделан из хромолибден, это называется материал, весит 950 грамм при габаритах 72 в высоту и 56 в ширину. То есть я сейчас соберу на нем вот этот вот самокат. Как вы поняли, кстати, диаметр 31,8 мм, так как вилка-то у нас под 31,8 мм. И вы его еще сможете потом подпилить под свой рост. И, соответственно, вес станет еще меньше. Вот такой вот он красивый. Кладем его вот сюда. Блин, Андрюх, они реально не знают, где купить себе самый крутой трюковой самокат. А этот самокат можно купить в моем любимейшем и крутейшем магазине, который называется Ride Action.
Ride Action вам не только помогут подобрать первый самокат или собрать свой кастомный самокат, но и помогут прокачать ваш уже имеющийся самокат. Специально для вас у нас есть куча грипс, куча вилок, куча колес, куча шкурок и куча рулей. Вы думаете, что вот это и вот это все самокаты, что у нас есть? Нет, ребята, это вообще далеко не все самокаты. И даже это далеко не все самокаты. А еще пойдемте со мной. У нас тут есть мастерская, в которой вам могут отпилить руль, высверлить болты ваши старые, отпилить деку и сделать любую абсолютно работу, связанную с самокатом. А я говорил, что у нас магаз находится в Москве по адресу улица Жигулевская, дом 5, корпус 5? Нет? А я говорил, что у нас быстрая доставка по всей России и заказы мы отправляем каждый день. Чего? А, да, я еще не сказал, что у нас есть еще на Wildberries Ride Action аккаунт. И там просто миллиард шкурок, рулевых для самокатов и всего такого. Слушай, а вы как там оказались-то, я не пойму. Что вообще случилось? Ребят, я очень люблю самокаты. И если вы тоже, то вам в Ride Action. Далее у нас зажим ТТ Эдди. Вот такой вот простой, минималистичный. Весит он всего лишь 57 грамм вместе с болтами. Но прошу заметить, он идет сразу под диаметр 31,8 миллиметров. То есть его надо будет ставить на этот руль без проставок. Для нас это идеальный вариант. Далее, колеса от ТТ из той же серии Эдди. Вот так вот они выглядят. Бензиновый цвет. Подходят к рулевой. Подходят к зажиму. Легкие по весу. И как вы уже поняли, самокат-то мы собираем легкий. И в конце мы его взвесим. Следующая запчастюлина — это грипсы. Грипсы — это ручки, которые надеваются на руль. Очень мягкие. Комета Омега. Вот такие вот разноцветные. Идеально подойдут к нашему бензиновому цвету. Будем ставить. И следующая запчастюлина — это шкурка. Это наждачная бумага, которая клеится на доску, чтобы нога-то не скользила. Есть вот такая. Есть вот такая. Есть вот такая. И вот такая. После того, как мы полностью соберем этот самокат, мы будем вместе с вами выбирать самую подходящую шкурку к нему. Так, я сейчас приступаю к сборке этого самоката, и параллельно мы вот с Андрюхой, с оператором, решили, что он мне задаст какие-то любые вопросы от себя, и я буду на них отвечать. У нас будет такая сборка-подкаст. Я готов, Андрюха? Любой вообще вопрос можешь задавать. Первое, что меня интересует, поскольку мы с тобой делаем два канала сразу, это твой канал и канал Ride Action магазина. Что ты вообще думаешь, какое у нас будущее, что дальше? Что дальше людям ждать от нас? Что дальше ждать? Я хочу, во-первых, подметить сейчас про Ride Action. Хочу сказать то, что я реализовываю то, что я хотел сделать 3 года. Мы делаем вот эту битву самокатеров, Action Games, 16 самокатчиков, турнирная сетка, все сражаются друг с другом. На данный момент вышло только 2 видео. Я уверен, когда вы будете смотреть это видео, там уже выйдет больше видео. И лучшие ребята загадывают друг другу трюки, повторяют и вот в таком формате рубятся. Я смотрю на то, что там происходит, и я просто в шоке. У меня, во-первых, сердце радуется, что мы смогли это организовать. И это как бы как первый опыт, я считаю, это хорошо. Ну, реально хорошо получается. А во-вторых, мне нравится то, что самокатинг в России в целом прогрессирует. А в-третьих, я заметил то, что когда я начинаю говорить, я перестаю собирать самокат. А про YouTube-каналы, если говорить, Ride Action затронем. Мне нечего вообще сказать. Вы как бы, я думаю, сами все видите. Мы делаем контент, мы делаем видосы, мы кайфуем, мы делаем поездки, мы делаем соревнования, мы делаем трюки. Ну, все идет про свой канал. Ну, я недоволен тем, что происходит, потому что я очень много работаю, очень много занимаюсь Ride Action, дропом, и не всегда успеваю часто очень выставлять видео. И, конечно же, сердце мое это очень тревожит, я думаю, ваше тоже. Я не буду сейчас даже говорить, пишите комментарии, если хотите видео, ставьте там лайки, потому что это не повлияет. На это могу повлиять только я, сгрузив в себя кучу работы, которую я делаю. И я этим активно занимаюсь.
У меня вот сердце как бы скребет на тему того, что я очень хочу снимать, но не делаю этого. Но сейчас такой период в жизни. Я хочу вернуться в YouTube с новыми силами, с новыми проектами, более мощными. И разносить, и дойти наконец до миллиона подписчиков. Вот я никогда не стремился к подписчикам, но недавно у меня щелкнуло в голове такое, что круто, если был лимончик такой желтенький, красивенький, вая. Ну и кнопочку там, по-моему, на миллион дают. Ну, кнопочку откуда нам присылают? Ну, кнопочку нам уже, конечно, никто не присылает. Кнопочку нам присылают из... Ну, мы сами себе сделали. Америки, но мы можем сами себе кнопочку сделать, как бы. В жизни, кстати, очень часто такие штуки происходят, что, вот знаешь, маленький был, днюха там была, родители тебе организовывают день рождения, все круто, вообще обалденно. Ты взрослый, вот у меня день рождения через сколько там, 20 дней, сам не организуешь, да ты нафиг никому не нужен. Пару друзей там позвонит, десяток человек там родных, и все. Грустно? Нет. Также и про медальки, к чему я это начал. То, что когда вот, допустим, когда там магазин открыл или машину купил, медаль тебе никто не дает вообще ни за что. А хочется медали получать. Я привык к этому в самокате. Вообще, я к самокате много к чему привык, к этому адреналину, экстриму, который ежедневно со мной был. И вот сейчас, когда я больше в организационных моментах, я получаю удовольствие уже от другого, но моя психика перестраивалась с экстрима очень-очень долго. Примерно полтора года у меня были такие горящие глаза, но я не понимал, что происходит, а где вот это вот? Я привык к самокате постоянно, страшно, преодоления такие. Потом это перешло на жизнь, на бизнес, на любовь. Слушай, а вообще глобальные изменения какие-нибудь планируются у тебя в магазине? В принципе, бренда Ride Action. Конечно, планируется. Я не хочу ничего говорить, какие, потому что вот мы с Андрюхой разговаривали перед этим видео про вот это вот все. Я говорю, я устал очень говорить. Я вот когда-то сказал про фургон, там уже сколько, 2 или 3 года назад, так его и не купил. А до сих пор хочу. Я могу что-то еще сказать и потом не сделать, и вот это вот мне так не нравится, поэтому я не буду ничего говорить. Просто я заряженный, и ну, магазин как бы в историю войдет. Он такой след оставит, что просто пипец, все, говорить больше ничего не буду. Ты будешь показывать на деле, получается. Да. Это круто. Да, си, yes. Си – это на испанском «да». В русском бывает говорят «да-да», а на испанском это «си-си». Nice. Ты понял, да, шутку? Это не смешно. Знаешь, как пакет будет на испанском? Болса. Уроки испанского. Болса. Знаешь, как я выучил? Я когда в Барселоне жил 2 месяца. Я что-то куплю, и меня постоянно в супермаркете спрашивают. Болса, болса. А как что-то запомнить? Вот, я вам могу сказать. Чтобы что-то запомнить, нужно либо 1000 миллионов раз повторить, либо, чтобы в момент новизны какой-то случилось, у вас сверхэмоция, и у вас в подсознании был отпечаток чего-либо. По этому же принципу работают аффирмации в жизни. Для тех, кто не знает, что это такое, это устойчивые какие-то выражения, которые вы постоянно повторяете. Допустим, я люблю мир, мир меня любит, у меня удача всегда со мной, у меня там то-то-то-то-то, ну, чего угодно можете придумывать. Повторяйте каждый день. У меня, кстати, даже есть записанная аффирмация с диктором. Это реально, я тебе сейчас дам послушать. Которую я слушаю каждый день по 3 раза уже 2 месяца. Вот так вот. И как работает? Говорить не буду, это надо все увидеть. Тут тонкая штука. Вид имеет. Мне еще нравится то, что свет вот так светит. Бензин так переливается, он весь черный. Он такой минималистичный на самом деле получился. И то, что круто, что... Black Edition, да, такой? Black Edition, да. И круто то, что ну, человек, который придет, допустим, увидит этот кастом, ему не захочется, допустим, кому-то не понравится, что у Грипс там а-ля немножечко розовенький цвет, хотя это, по-моему, там больше фиолетово-бирюзовый такой. Но вдруг кому-то не понравится, он просто может поменять грипсы и цвет шкурки на другой. К примеру, синие грипсы и синюю какую-нибудь шкурку. И у него будет немного другой, но по стилистике прям будет иначе выглядеть весь самокат. То есть, заменив 2 расходника, можно получить бомбу на свой вкус, на свой цвет. Ну, а я делаю сегодня на свой вкус и на свой цвет, поэтому надо выбирать из 4 шкурятину. Как я ее буду выбирать? Мой вкус гласит, что нужно выбирать под цвет грипс, поэтому руль я сейчас сниму, буду прикладывать вот так. Вот это слишком в желтизну отдает. Вот это хорошо. Вот видишь? Ты видишь это сочетание?
Вот что-то в этом есть. То есть вот этот цвет совпадает. Что-то есть. Вот тут, ну вот в этой области что-то есть, вот тут не знаю. Не знаю, круто. Ладно, круто. Ну смотри, вот тут. Да, вот тут вот прям вообще бомба. Честно говоря, да даже если соврать будет бомба. Я вот не знаю, что лучше. Вот тут слишком много черного. Черный у нас и так самокат весь. Поэтому эту шкурку тоже мы откладываем. И вот тут эники-беники ели вареники. Помощь друга. Я беру помощь друга. Ну просто она реально прикольно выглядит с этими грипсами. Как будто хорошо, как будто я ее сейчас тогда клею по-настоящему. Что в сборке самоката для тебя самое приятное? Самое приятное — это когда он получается не люфтящий, когда шкурка наклеена идеально, вот так все обволакивает. Просто некоторые вот так ее отрезают и наклеивают квадратом. Я не осуждаю, но просто на мой вкус я люблю, когда она вся такая обтекает. Я смотрю, иногда ребятки катаются на таких самокатах, ну, собирают, как будто душу не вкладывают, за цветами не следят или там какие-то несочетаемые детали делают. Или кто-то вот, допустим, покупает детали по моде. Очень многие меня спрашивают, зачем-то, я не понимаю, зачем вот смотрят мои видео и говорят: «Петь, на какой ты деке катаешься? Я хочу такую же». Ну, и я понимаю, что это пишет человек, которому там, ну, может быть, 13 или 15 лет. Я понимаю, что у них нога меньше, чем у меня, но они хотят просто так такую же деку. Уже хотят. Не зная ее габаритов, не зная угол наклона стакана, не зная ее вес и прочие параметры. Поэтому я люблю, когда в сборке самоката человек подходит, во-первых, с умом, а во-вторых, с душой. Фу. И одно другое дополняет. Это очень хорошо. Андрюх, снимаешь, да? Вот, ребят, мне очень интересно узнать от вас, как вы считаете, что у вас больше развито? Мозг, то есть рациональное мышление, аналитика и прочее, или душа, то есть вот там творчество там и так далее и тому подобное. У нас же одно полушарие отвечает за то, что мы такие все там все по полочкам раскладываем в голове, а другое — это все вот такое, это творчество, это что-то там вот такое, это интуиция и так далее. Вот что у вас развито больше? Напишите в комментарии, мне интересно, по вашему личному мнению. Давайте, варианты ответа будут такие: А — это системность, да? А Б — это творчество. Вот системность или творчество у вас? И напишите, пожалуйста, заодно в комментариях, вот тоже мне очень интересно, глядя на меня со стороны, что вы скажете, что у меня больше развито, творчество или системность? Мы берем нашу шкурочку. Для тех, кто не знает, как это устроено, это самоклейка. То есть я отклеил слой, и теперь она вот так вот клеится. На шкурках Ride Action, Drop, катаясь душой, супер плотный клей и основа, что мне очень нравится. Вообще пушка. У нас, кстати, на Wildberries перевалило за 1000 отзывов на шкурках. Прикинь, 1000 отзывов, не заказов, а отзывов. И при этом средняя оценка 4,9. Некоторые люди просто пишут, что шкурка очень быстро стирается, и ставят одну звезду. Но фишка в том, что шкурка не стирается, они просто катаются на очень грязном каком-то покрытии, короче, ее пачкают и думают, что если затерся рисунок, то шкурка сама стерлась. Ну что, господа, наш первый замечательный, чудесный, легкий, прочный, классный кастом готов. Я правильно понимаю, что вот эту малышку можно будет приобрести у нас? Конечно, ее можно будет и в магаз прийти купить, и доставить с нашего сайта по всей России. Мы его сильно разбирать не будем. Быстрая доставка по всей России всегда у нас присутствует. Весит он 3 килограмма 173 грамма. Прошу заметить, с такими габаритами руля. Скорее всего, вы будете его пилить, потому что у меня рост 184 сантиметра, и этот самокат мне как раз. Если вы ниже, допустим, у вас 160 или 150, то вы отпилите руля, у вас еще самокат легче станет. Этот самокат, все вот детали, если взять по отдельности,
стоит 25 980 рублей. Но так как вам его собирал я, прямо сейчас и здесь, он будет стоить для вас дешевле. И вот вам цена. Я вам более того скажу. По суперсекретному промокоду CUSTOM1 вы можете прийти в магазин, и вам соберут точно такой же кастом на другой, допустим, шкурке, на другого цвета грипсах, но все детали должны быть точно такие же, разрешено менять только цвет. И он будет также для вас со скидкой. Просто мало ли кому-то не нравятся грипсы или шкурка, кто-то хочет красную, синюю, розовую, бирюзовую, прозрачную и так далее. Пользуйтесь промокодом CUSTOM1, а ссылка на магазин будет в описании. Доставили мы наш самокат в магазин. Он будет стоять вот здесь, ждать вас, и надо дать ему имя. Долго думать я не буду. Я этот самокат собирал, чтобы он был легкий, прочный и для чего он? Для прогресса, для того, чтобы вы, райдеры, на нем быстрее прогрессировали. Поэтому он называется «Прогресс». Он вас будет ждать вот тут. Вы заходите такие, и такие: «Вау, какой замечательный самокат!» Но в конце я хочу сказать одну очень важную вещь. Мне абсолютно без разницы, на чем вы катаетесь. Но если уж вы увлеклись самокатом, то я вам рекомендую собирать самокаты крутые и классные чисто под себя. Если вы чувствуете, что этот самокат подходит именно вам, то тогда загорайтесь им, идите и покупайте. Если вы чувствуете, что это вообще не ваше, и вам нужен абсолютно другой самокат, тогда не загорайтесь им и не покупайте его. Каждый самокат должен подходить райдеру. Это очень важно. Под его трюки, под его стремления какие-то. Кому-то хочется скользить по перилам, им нужны доски большие. Вот тут, кто скользит по перилам, не покупайте этот самокат. Он не для этого создан. Он создан для мощных трюков в парке. С вами был Петр Бондарь, магазин Ride Action. Я вам желаю любви, добра, счастья. И чтобы все в жизни было вашей хорошо. Чтобы с каждым днем вы становились здоровее, лучше. Всем пока.